Бойцам, которые находятся на передовой, с начала спецоперации люберецкие женские сообщества отправили несколько тонн гуманитарной помощи. Помогают воинским подразделениям и добровольческим отрядам СВО. Сегодня адресная помощь казачьей бригаде «Дон». Люберецкое отделение Союза женщин России в рамках запущенной более 10 лет назад благотворительной акции «Я свяжу тебе жизнь» с начала спецоперации связали не 1000 шерстяных носков, шапок и манишек для бойцов СВО. Сегодня передают им чай, мыло, гель от ушибов и растяжений и другую гуманитарную помощь. Сейчас мы запускаем движение «Браслеты для выживания». При желании его, при необходимости даже можно расплести, он очень легко расплетается, и получается 3,5 метра веревки, которые можно использовать. Либо что-то связать, либо кого-то связать. Кто заинтересовался, помогаю обучиться, приобретаем материалы и плетем. Вечерами после работы люберецкие рукодельницы плетут маскировочные сети. Средства на закупку материала выделили местные депутаты. 6 изделий уже отправили в зону спецоперации. Передают гуманитарную помощь. В данный момент передают нам маскировочную сеть для наших казаков, которые принимают участие в СВО, которая очень пригодится им для того, чтобы они были незаметны для врага и правильно исполняли свой долг. Казаки наши с первого момента, с первого дня принимают участие в СВО, показали себя как доблестные и православные воины, и данная помощь очень нам нужна. Более 100 казаков из Московской области сейчас находятся на защите рубежа Отечества. Всю гуманитарную помощь, которую принесли люберецкие женщины, передадут бойцам добровольческой казачьей бригады «Дон». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.